Всех с Новым Годом, друзья! Я Хайскайлер, и сегодня мы поиграем в игрушку в Roblox в режим под названием Save Christmas Obby. Да, это будет Obby. Давно у нас не было Obby, да и я не смог найти какого-нибудь рождественского, новогоднего режима, поэтому решил выбрать Obby. Почему бы и нет? Самый легкий вариант. Вот так вот. Итак, кто здесь? Здесь у нас, Сани, короче, в снегу, и пойдемте же в портал. Теперь прыгаем по вот этим вот, это не айсберги, но что это? Я не знаю, это просто снег, отрывки снега, вот. И мы переходим на следующий уровень, на котором нам нужно перепрыгивать через вот этот вот маленький узенький лед. О, смотрите, я могу в снегу спрятаться. Типа меня не видно. В следующем уровне мы должны прыгать по вот таким вот айсбергам. И как здесь? Может вот так вот? Давай. Да, я был прав. О, здесь мое любимое в Obby. Проходить вот такие вот узенькие линии. Пана, Макс Профи зашел. Это, если что, мой подписчик. О, классно! Это сон наркомана. Я не зачекпоинтился, походу. Да, все, теперь я зачекпоинтился. Можно идти по вот таким вот разным разноцветным лего. И проходить на следующий уровень. На следующем уровне нас ждут разноцветные палочки. Боже мой, ну что? Ну как вам не стыдно? Ну, разработчик. Следующий уровень у нас заключается в том, чтобы пройти по вот этим вот зелень... А, нет, надо прыгать по светло-зеленым, салатовым цветам. Итак, начнем. Давайте прыгать через... Хотя нет, там мы не сможем пропрыгать, давайте все-таки до лесенки пропрыгаем. Кстати, тем временем мой подписчик уже дошел до меня, и он прыгает со мной вместе, поэтому... Это очень круто, что мой подписчик играет лучше, чем я, но просто я сначала не понял смысл этого уровня, да и... тупил на нем. Итак, сейчас мы прыгаем на спиннерах, конечно же, на спиннерах, на чем же еще? У разработчиков же не хватает фантазии, конечно же, мы должны прыгать по спиннерам. И, кстати, эти спиннеры я могу парить в воздухе, смотрите. А, ну, тут не так видно, вот здесь где-то. Да, вот, смотрите, я парю в воздухе, поэтому пошли. Мне тоже Макс Профи пишет, что он летает. Ну и ладно, идем дальше. 10 уровень, и мы прыгаем по вот таким вот плюшевым игрушкам. Так, все, здесь мы все закончили, здесь что-то есть, да? Макс Профи, ты что-то здесь собрал? Ну ладно, идем дальше. Следующий 11 уровень заключается в том, чтобы прыгать по вот таким вот бревнам. Найдем дальше по вот этим вот камушкам. И проходим на следующий уровень, в котором мы должны прыгать по вот таким вот бревнышкам. Опять же, только они уже стоят. Во, вот это оригинально. Здесь срубили дерево, типа, что мы должны по нему пройти. Но здесь еще есть какая-то фигня, которая летает. Вот этого я, конечно, не понимаю, но ладно. Пока что я стараюсь пройти ее. Хух, меня чуть не убило. И все, я прошел. Следующий уровень у нас надо опасаться вот таких вот снежных квадратов, что ли. Снега, короче. И мы переходим вот сюда. Давайте подождем Макса Профи. Он же старался как-никак. Зашел в то время, пока я снимаю. А это очень сложно, потому что Roblox я снимаю очень редко, как вы заметили. О, здесь у нас конфетный мир. Класс. Орео. Люблю Орео, если честно. Мне нравится то, что здесь я прыгаю по Орео. А теперь новогодние конфетки. Вот эти вот. Я так и не понял, как они называются. Я всегда не знал, как они называются, поэтому называл их новогодними конфетками. Поэтому мы прыгаем по ним. Дальше у нас опасаться надо шоколада. Я думаю, что он просто горячий, поэтому в него нельзя вступать. Вот. И если мы в него вступим, мы сожжемся, вот как я только что сжегся. Видимо, слишком горячий шоколад налили туда, поэтому нам нужно стараться опять не прыгнуть на этот горячий шоколад. И тут все, мы прошли, давайте подождем Макса Профи. А он уже прошел, поэтому идем прыгать по вот таким вот шоколадкам. Я не знаю, это шоколадка Кока-Кола или что, почему она в красном каком-то... А, она в новогодней пачке, я понял, новогодняя, все. И все, мы прошли, да, это такой маленький Obby. Карта такая маленькая получилась. Ну, и я думаю, время прощаться. Если вам понравилась эта серия, то можете поставить лайк. Если понравился мой канал, то подпишитесь. С вами был я, Хайскайлер, с вами был мой подписчик Макс Профи. Всем удачи, всем пока, счастливого Нового года.